Не, ну ладно, что там. Много лет хотим, чтобы у нас появился музей под открытым небом, так называется, этнографический дворик. Хотим, конечно, чтобы мастерских было больше, но на сегодняшний день мы открываем две мастерские. Чёрная мастерская и кузнечная. Во время открытия будут работать мастера. Это гончар, кузнец и литейщик. А вам же такая лялька нужна, что бережная, правильно? А почему она еще называется мотанкой или рванкой? Не знала, как делать куколки. Мне понравилось, как делают там всякие различные вещи. Там, например, посуду, всякие там материалы для хозяйства, лопаты как делают. Мне понравилось, как шьют такие фигурки. Мне понравилось там всякие различные, которые использовали в древней истории. Так, вы давайте не все вместе, пожалуйста. Да у нас тут уже не тарелка получается, какой-то блюдечко. Это тортик. Погрузите, пацаны. Немножко вот так вот делаем.